Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в городе Моршанск, Тамбовская область. Прибыл я сюда с автомобилем Niva Travel. Дорогие друзья, здесь снега просто по колено. На самом деле, сегодня здесь коллапс творится, потому что снега просто очень много выпало. И я понимаю, почему здесь, наверное, дороги, кстати, по которой я ехал сюда, дорога была не самая лучшая, конечно. Но меня предупредил Роман об этом. Спасибо ему огромное. Вот, в общем, вот этот аппарат здесь самое то. Самое то, что нужно иметь в этом городе, это вот такой вот автомобиль Niva Travel. Автомобили у нас на сегодняшний день самой полной комплектации. То есть это самая полная комплектация, которая выпускается на АвтоВАЗе. Здесь у нас и противотуманные фары присутствуют. Диски здесь графитового цвета 16 дюйма. Мы установили сюда зимнюю шиповную шину Viaty 215-65R16 в нашем шинном магазине. Стоимость такой шины выходит 35 тысяч. Здесь пакет off-road. Что это означает? То есть внедорожный обвес полностью идет черного матового цвета. Рейлинги на крыше присутствуют. И дополнительно есть шноркель у автомобиля. Так, дорогие друзья, знакомьтесь, Роман и Марина. Они сделали у меня заказ на этот автомобиль. Сделали предоплату за автомобиль. Мы обговорили дополнительное оборудование и заказали доставку. В общем, прибыл сюда. Расстояние составило у нас примерно 650 километров доставки. Доставил автомобиль. В общем, дополнительное оборудование установили, музыку поставили, тонировку задней полусферы, сделали полную антикоррозионную обработку, подкрылочки поставили. Вот. В общем, поздравляю вас с покупкой. Спасибо. Вот. Спасибо. Вам все понравилось? В общем, как Дед Мороз новогодний, подарки развозит. Да, кстати, но вчера, вот я буквально вчера только вернулся с границы ЛНР, делал доставку двух автомобилей, а сегодня вот уже здесь Тамбовская область. Там вообще снега... Разбег большой. Разбег очень огромный, да. Там снега вообще просто, его там и, не знаю, будет, не будет. Вчера тоже не было. Тоже вчера не было? У нас сегодня, за сегодняшний день вот все это навалило. На сегодня коллапс, просто реально коллапс, Правильно вы сказали, у нас коллапс. Вот. Но все-таки мы приехали благодаря вот автомобилю. Сюда делаем выдачу. Стоимость автомобиля составила 1 197 000. Машинка у нас, я как и говорил, самая полная комплектация, которая сегодня сходит с конвейера. То есть по внешней части показал, по салону здесь кондиционер, подогрев передних сидений, два передних стеклоподъемника, подлокотничек, черный потолок, кстати, у автомобиля. Давайте, в принципе, покажу. То есть это вот так выглядит. Электропривод и обогрев наружных зеркал. Подлокотничек с подстаканниками для второго ряда у нас пассажиров. Сзади два подголовника. В общем, друзья, вот такая вот сегодня выдача автомобиля в городе Моршанск. Вот, еще раз, Роман, тебя поздравляем с покупкой. Спасибо. Вот. Поэтому, дорогие друзья, контакты будут все в описании. Вайбер, WhatsApp, группа ВК. Заходите в телегу, заказывайте автомобили. Делаем доставки, либо можете приехать к нам в город Тольятти и забрать автомобиль. В общем, до новых встреч. Всем пока, удачи вам.